Всем привет, ребята, вы на канале Рома Геймс, и сегодня продолжу играть Балста в ВК-аккаунт без доната. И как вы видите, я неплохо прокачался, уже Рика с рикошетом получил. Короче, я уже нормально так поиграл, успел себе кое-что прикупить, сейчас покажу, что. Во. Так, всё в принципе. Вот мои трофеи. Сейчас будем играть. Я сейчас взрыв, когда всех тащу. Хотя это пока легко, мне кажется. Или нет? Вот, ребята, вот напишите в комментариях, вы уже подготовились к Новому году? Я вот готовлюсь только. Только начал черт побери. Дайте. Это мне должно достаться. Пинай! Отлично. Хотя мог не забить. На последней секундочке, так сказать. Атакуйте! Трипл килл. Ой, да. Короче, двоих сразу вырубил. Давайте. Ребят, это было не на конце, изучно быстренько. Даже минуту не прошло. Так. Осталось два режима. Точнее, один. Вот это. Вот он. Зловредная осада. Только не она. Я ненавижу осаду. Ну, а под эту легко убью. Надеюсь. О! Второй подоспел. О! Я знаю, что там кое-кто сидит такой и смотрит на меня. А я такой тут ни при чем. Я не понял! Ай! Не, ну это уже понятно, кто тут выглядит. Но это что-то противники нифига не умеют, да, босс? Да. Надо не давать противникам собрать болты. Они хотят убить Эль Прима. Крепости сделали. А, блин. Нет! Офигеть. Я думал, что я устраиваю. Офигеть, все, это изи победа. Изи пизи лайм открытие. Давайте, Эмзи. Эмзи. Какие люди. Я реально думал, что мина не убьет. Иди тарабани эту фигню. А не что ты тарабанил. Ускочил. Это что поранил. Эту фигню. О, опять тот же. Я понял, что Бог хочет. Он хочет карамины тупо. Я не понял. Иди. Аль Прима там в воздухе застой. О, два Рика такие. Йоу, пацаны. Ладно, ребят, простите, что видео такое короткое. В основном памяти ели. Вы были на канале Рома Геймс. Мы получали все звездные жетоны. Вау, ставьте. Всем пока-пока. И до новых встреч.